Знаете, у нас тут в Турции, в женском квартале, произошла одна очень смешная история. Я девчуля. Вова, ты что, офигел вообще, а? Ты что себе позволяешь? Извините, пожалуйста. Да ладно, расслабься, я все знаю. Что ты знаешь вообще, а? Что ты знаешь? Ну, ты написала, я получил твою записочку. Так какую записочку? Слушай, ты сейчас, кажется, по лицу еще получишь. Я ничего не писала. Мумуся моя, я получил записку. Вова, я тебя хочу. Жду тебя в гримерке. Как ты видишь, я был во всех гримерках, только кроме твоей. О, действительно, да, вижу. Вижу ногти Иры, каблуки Леры. А зубы чьи? Зубы Степы, но это не важно. Ага. Ты понимаешь, Леночка, со мной ты сможешь говорить, что за тобой ухаживал Вова из квартала. А если не будешь уточнять, какой Вова из какого квартала, может пафосно получиться. Ой, слушай, я тебя прошу. Ну, серьезно, какую записку я могла тебе писать, Вов? Тебя не смущает, что я замужем? И что, у вас с мужем прям все серьезно там? Как ты думаешь, если у нас трое детей, у нас серьезно? И он любит детей? Очень. То есть они могут с ним жить, да? Ты дурачок вообще? Что ты говоришь? Да подожди. Ты даже себе не представляешь, сколько я зарабатываю. Ой, Вов, я это знаю. И что, тебя не устраивает такой позитивный нищеброд? Так, ладно, Вов, ну все, пошутили и хватит. Лен, погоди отказываться. Я хочу, чтобы ты знала, на меня в поселье еще никто не жаловался. Это, наверное, потому что там никого не было. Ну, главное же, что никто не жаловался. Ладно, Вов, ну серьезно, отстань. Ну, какая записка? Ну? Лен, китюся моя. Ты думаешь, что я сам написал себе записку, расцарапал свой бьюти-фейс, и это все ради того, чтобы подкатить к тебе? Ну, это же идиотизм. Согласна. Или продуманный ход интеллектуала, достойный вознаграждения. Слушай, я сейчас как награжу, кажется, вот награжу. Нет, ну уже это со мной, не ты писала, честно слово. Ну, конечно, не я. Ну там только твоя гримерка осталась, и все. Подожди. А у Каменских ты был? Нет. Ну ты даешь, ну это точно она. Че ты взяла? Ну как это чего? Ну помнишь, она говорила, что хочет попу, как у Ким. И че? Ну, Вов, ты свою попу видел? Да? Это точно она. Давай у нее спросим. Давай. А, ребят, а можно Настю позвать? Привет. Здрасте. Здрасте. Вы меня звали? Да. Настюшенька, мы тебя звали. Познакомься, пожалуйста. Вот у этого парня к тебе разговор. Давай. Давай, все нормально. Давай. Привет, НК. Привет. Я Вова Шумко, по-вашему, ВОЩ. Сейчас ты, НК, раньше ты была Настя Каменских. Любишь покороче. Это я могу. Нормально, не перебудем? Класс, вообще в самый раз. Настя, а может, сегодня ко мне вечерком? Я живу вон за тем морем. Извините, я не понимаю, о чем вы говорите. Что она не понимает? Да это точно она, заходи с козырей. Ну, ты думаешь? Заходи, давай. Оу! Я вижу, ты прочитал мою записку. Yes! Ну что ж, прекрасно, друзья. Записка нашла адресата, Настя нашла Вову, а еще Настя нашла уникальную возможность в свой день рождения приехать к нам и выступить на женском квартале. Встречайте, Настенька, сцена твоя!